Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для плюс один прыжок рейс. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. Смотрите, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Splash. Далее. Копируем название, но название нужно копировать без плюс 1, потому что если вы скопируете с плюс 1, то на сайте у вас, к сожалению, скрипт не найдет. Далее нажимаем поиск, и вот появился скрипт, как видите. Дальше что нам нужно сделать? Нажимаем кнопочку скачать, далее еще раз скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Значит, мы его копируем, далее заходим в игру, открываем чит, чит вставляем скрипт, потом заходим в настройки и ставим любой DLL, который вы хотите использовать. Напомню то, что CRNL, Electron и Oxygen вроде бы используются с ключ-системой, то есть CRNL и Electron точно с ключ-системой, а Oxygen не знаю, не проверял. Вот. Также, кстати, этот скрипт работает на VRDevs. То есть, если вы не хотите получать ключ, чтобы использовать DLL, то используйте VRDevs. Потому что он без ключ-системы, этот DLL идет. И на этом DLL работает скрипт, я проверял. Также проверьте, чтобы у вас была включена обязательно функция FixKickError. Эта функция помогает вам, чтобы вас не кикнуло с игры. Потому что если вас кикнет с игры, то в следующий раз вы зайти сможете только через час. Так, ну в принципе, я думаю, все наглядно объяснил. Дальше. Нажимаем Inject. Я буду использовать DLL от CRNL. Еще раз нажимаем, если Inject не проходит. Все, и вот появляется у меня вот это окошко, которое было, но уже пропало. Ключ я уже сегодня получал. Из-за этого у меня больше ключ не просит. Давайте я вам сейчас быстренько короткий видеоролик прикреплю, как получить ключ. Вы его посмотрите и, я думаю, поймете. Там, в принципе, сложного ничего нет. Так, ну я думаю, вы посмотрели. Начинаем, значит, активировать скрипт. Чтобы активировать сам скрипт, нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот появляется скрипт. Функций, в принципе, довольно мало. Но здесь много функций не нужно. Значит, самая первая функция — это StudFarm. Включаем ее и смотрим, что происходит. Как видите, мне дало, в принципе, очень много побед. Ну, надеюсь, что много. Давайте ради интереса отключим эту функцию и посмотрим, сколько мне даст, если я сам прыгну. Вот, смотрите, если я сам прыгнул, то мне дало 10 тысяч. А за счет скрипта мне, получается, на 25 тысяч больше дает. Отлично. Выключаем эту функцию. Далее, давайте проверим автооткрытие яйца. Ну, вот за 100 тысяч, например. Нажимаю. Да, автооткрытие работает, отлично. И с любого расстояния. Так, одеваем этого питомца. А, он уже одет. Отлично. Все, теперь проверяем дальше. Автореберст. Сколько на реберст нужно? 10 миллионов. Ну, скорее всего, не успею накопить. Но попробуем сейчас. Давайте включаем StudFarm.
Смотрим, сколько в этот раз я получу. Но в этот раз уже почти на 5000 больше студов я получил. Круто. А, дальше. Так, отключаем эту функцию. Потом заходим в пэтов. Снимаем питомца. И проверяем функцию EQBestPets. Да, отлично, эта функция работает. И получается, остается функция только AfterRebirth, но, к сожалению, я его показать не смогу, потому что мне очень долго придется копить, чтобы его сделать. Я думаю, в принципе, эту функцию вы сами сможете проверить. Вот, ну, буду на этом заканчивать. В принципе, вот такой крутой скрипт сегодня я для вас нашел. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.